Здравствуйте! Это программа «Культурный экспресс» – ваш гид в мире культуры, искусства и творчества. Меня зовут Анна Гончаренко, и каждую неделю я знакомлю вас с самыми крупными и актуальными событиями творческой сферы, а также с самыми яркими личностями искусства. Мы начинаем, не переключайтесь! 27 марта во всем мире отмечается Всемирный день театра. Это праздник театральных работников. Его также отмечают любители театра, театральные университеты, академии и школы. В настоящее время в России более 600 профессиональных театров. В этот день уже традиционно проходили прямые трансляции спектаклей, концертов, экскурсий и лекций. Также в нашей столице прошла акция «Ночь театров», когда лицезреть постановки можно было до самого позднего вечера или даже утра. В Москве вручили ежегодную премию «Золотая маска» за выдающийся вклад в развитие театрального искусства. Премию получили 10 человек. Лауреатов определили 12 декабря 2022 года, а само награждение состоялось в Международный день театра 27 марта. Некоторые западные книги останутся на прилавках российских магазинов. Российские издательства смогли продлить права на выпуск западных книг и возобновить отношения с зарубежными авторами, прекратившими сотрудничество с Россией в прошлом году. Сохранить права удалось на издание произведений Памелы Треверс, это книги о Мэри Поппинс, и на произведение Алана Милна, подарившего миру Винни-Пуха. Какой самый популярный музыкальный инструмент на Кавказе? По праву им считается национальная гармоника. Без нее не обходится ни день рождения, ни рождение ребенка, ни, конечно же, ни одна свадьба. Сегодня мы познакомим вас еще ближе с этим многогранным инструментом. Смотрим сюжет. Никто точно не знает, где именно была изобретена ручная гармоника. Одни говорят, что ее придумали в Германии в начале 19 века. Другие уверяют, что еще раньше гармонь изобрел живший в Петербурге чешский органист, который придумал новый способ извлечения звука при помощи металлического язычка, который колеблется под действием потока воздуха. Но одно мы знаем точно – гармоника живет и поныне, радует нас своими переливами и мелодиями. Кавказская гармоника «Кехат Пондар» является самым распространенным музыкальным инструментом на Северном Кавказе и широко известна с последнего десятилетия 19 века. Ее появление и быстрое распространение в регионе стало отправной точкой возникновения новых исполнительских технологий. Существует три основных вида гармоники. Кавказская гармоника с 12, 16 и 18 клавишами на правой клавиатуре, гармоника с 18 и более клавишами и однорядная гармоника. По сравнению с русским баяном и разными видами русских гармошек, кавказские национальные модели отличаются своеобразным вибрирующим и рисковатым форсированным звуком. Гармонь по праву королева праздника, ей, как и кавказскому барабану, приписывается важнейшая историко-культурная роль. Старинное предание на Кавказе гласит, что великие нарды пустили гармошку по кругу и сказали друг другу: «Даже если мы все до одного погибнем, пусть эта гармонь пребудет вовеки, а кто будет играть на ней и вспоминать нас, тот и будет нашим братом». Так герои нарды, передавая гармонь друг другу за столом, увековечили ее в истории Кавказа как драгоценный и вечный символ их сплоченности и дружбы. Сегодня у нас в гостях гармонистка, вокалистка, а также педагог по одной из этих дисциплин Белла Кирбижева. Встречаем ее у нас в студии. Белла, здравствуйте. Добрый день. Рада вас приветствовать. Спасибо, что выбрали время и пришли к нам. Мне очень приятно находиться здесь сегодня с вами. Взаимно. Ну и тогда начнем с первого вопроса. Зачем тянуть время, как говорится? Вы у нас гармонистка, но также я знаю, что вы обучались и вокалу. Я вот хочу спросить, насколько я знаю, вокал все-таки не стал частью вашей жизни, да? Вот почему, ну правда ли это и почему так получилось?
И когда я была ребенком 1-2 класс, для того, чтобы, как это обычно бывает с детьми, чтобы они дома не сидели с утра до вечера. Все кружки, да? Да, не бездельничали, меня отправили по вокалу в музыкальную школу. Я тогда же и параллельно пошла в художественную школу, но для меня это было слишком много, я осталась только на вокале. Проучилась там несколько лет, ну вот освоила такие... Помимо вокала, я еще также освоила и азы нотной грамоты. Mm-hmm. Что касается вокала в моей жизни на сегодняшний день, mm-hmm. учитывая то, какой инструмент я выбрала, он тяжелый. Он тяжелый, его нужно с собой носить, он весит не 2 килограмма. Так, тяжелый физически? Физически, да, mm-hmm. он именно физически тяжелый, а я не отличаюсь физической силой. И я очень часто, когда мне нужно из точки А в точку Б перенести этот инструмент... Вам нужен раб, какой-нибудь такой, знаете, маленький, который будет ходить за вами и носить вашу гармошку. Это было бы замечательно. Но я всегда вот это, когда вот я его несу, я думаю, надо было остаться в вокале. Там просто носишь с собой маленькую флешечку, которую ты куда-нибудь в компьютер, и все, и ты поешь. И больше ничего не нужно. Вы также мне говорили, что связывая так плотно себя с музыкой, с творчеством, вы не планировали вообще. Но вы у нас гармонистка, у нас работали в филармонии, в камерном оркестре. Вы у нас где еще работаете? В общем, преподаете. Да, преподаю. Вот, ну, в общем, музыка – это часть вашей жизни. Хотя изначально так не планировала. Да, да. Как вообще, так случилось? Это 8 класс. Я вернулась обратно в город Черкесск и вернулась обратно в ту школу, где училась, в тот же класс, к тем же одноклассницам. Вот почему я сейчас сюда прихожу. Там, среди прочего, была одна... девочка, подруга mm-hmm. моя, и мы по сей день с ней хорошо и тепло общаемся, которая играла на скрипке. Mm-hmm. Она, получается, ходила в музыкальную школу при колледже культуры и искусств и совмещала обучение в школе. Мне стало очень интересно, и, ну, в общем, я наблюдала, вот, когда она пошла, когда мы пошли в 9 класс, она, получается, поступила в колледж культуры и искусств mm-hmm. на первый курс. Насколько мне известно, поступить в колледж можно только после окончания 9 классов. И, оказывается, нет. Да, она сделала это на год раньше. Думаю, ух ты, она, интересно, сэкономила время. И когда уже я пошла в 10 класс, мы вот так с мамой в один прекрасный вечер сидели, пили чай. Это 1-5 сентября. И она мне просто предлагает: «Белл, а может, в колледж?» «Какой?» «До Урова». Угу. «На гармошку?» «Ну да». «Хорошо». Все, очень короткие. Попили чай. Абсолютно. Да, просто вечером за чаечком. А мысли за вот этим диалогом на самом деле было очень много. До этого мама мне советовала, может быть, там фармакологию, да, там в медицинский поступишь. Вы все отрицали, да? Нет, не отрицала. Я размышляла. То есть, Но не чувствовали, да, тяги? Или что-то было, что-то тоже интересовало? Я же говорю, за этим диалогом простым, маленьким, коротким, очень много мыслей было. И это были мои мысли о том, куда бы я хотела поступить, а вариантов было много, но не могла определиться. За этим было и также вот желание играть на инструменте, также еще было такое немножко... расчетливое желание mm-hmm. научиться играть на гармошке кучу разнообразных. Зарабатывать на свадьбах. И зарабатывать на свадьбах, да. И вот эти вот все мысли... Вот какие мысли, пытаюсь тоже разобраться же в ваших мыслях, вот оказывается какие. Ага, но что-то еще интересовало, кроме музыки, хочу понять. Да. Да? То есть что-то еще манило все равно. Ну вот мне нравились точные науки. Химия, физика, алгебра, они не представляют для меня сложности. Почему я сейчас даже указываю на это? В музыке по сей день я стараюсь найти какую-то определенную формулу. Она есть? Конечно. Да. Боже, расскажите. Музыка – это не просто полет фантазии или вдохновение, творчество. Ну, если, допустим, сейчас взять какое-либо произведение, я смогу четко понять, по каким правилам, формулам выстраивалось то или иное произведение. И, в принципе, если проанализировать
песни или хиты, которые вышли в топ, можно среди них найти какую-то определенную закономерность. Почему именно какой-то определенные ноты, да, какое-то звучание определенное имеется в виду? Алгоритм. Больше даже не ноты. Нот всего 7. А определенный алгоритм построения мелодии. Ну, это для то есть звучание или нет? Но алгоритм построения мелодии. Ну, можно и так сказать. Ага, я пытаюсь максимально по-простому выразиться, чтобы понять самой. Так, скажите, эту формулу видите только вы или о ней говорят люди, музыканты в принципе? Говорят на теоретических дисциплинах и в учебных музыкальных, учебных заведениях. Ну, называется, в принципе, это теория музыки. Элементарная теория музыки. То есть, в общем, это факт. Просто я не музыкант и не знала об этом. Да. Ну, вот физику. Физику проходили, химию проходили. Ну, химия посложнее будет, давай остановимся на физике. Ох, физику тоже не любила, но давайте. Там же по какому принципу все строилось? Вот эти все плотности, сила и прочее, они строились на каких-то формулах. Там H равно, там, я не знаю, F плюс или умножить на что-то. В музыке гармонические правила, они тоже построены по определенным формулам. В общем, математика в мире музыки. Так, но это, в общем, надо изучать теорию музыки, да, и каждому, в принципе, будет доступно все, о чем вы нам сейчас говорите. Да. Это обучают детей, студентов, это как бы дисциплина, которая идет на протяжении всего обучения в музыкальной школе, колледже, либо в высшем учебном заведении. Вы пытаетесь найти, в общем, эту самую формулу, да, практически каждый раз. Вам так легче, правильно понимаю? Да, я, получается, когда вижу какое-либо произведение, я разбираю его, я его математически разбираю, и после этого мне легче его либо переделать, либо что-либо еще с ним сделать. Интересно, обычно или творчески, да, как говорят, ну, грубо говоря, гуманитарный склад ума, либо математически. Вы пытаетесь понять музыку через математику. Да, очень интересно и необычно. Ну, как получается. Конечно. Ну, в общем, вы выбрали... Решили, да, что вы пойдете в колледж поступать. Вот, ну и получается, с того дня, да, музыка в вашей жизни присутствует или еще что-то было, какие-то обстоятельства? Первые 2 месяца, когда я обучалась, я же действительно думала о том, что сейчас вот педагог научит меня играть на гармошке, я не знаю, там, Лапарису, я там, Эльбрус Красавец, в общем, быстро какие-то хотели, такие да? Хитовые мелодии, и все, и я пойду на свадьбах зарабатывать денежку. А спустя 2 месяца передо мной поставили вот так вот арию. Я такая, это что? Это ария. Я говорю, зачем она мне? Ну, экзамен ты же как-то сдавать хочешь, должна. А это был Бах. В тот момент я познакомилась с Бахом. Хороший был человек. Когда его выучили. И вот с этого момента началось знакомство мое с академической музыкой, с музыкой, которую вот на сегодняшний день называют классической музыкой. И она мне понравилась. Я начала вот дальше уже как-то углубленно разбирать и вот эти все произведения, минуэты, прелюдии, фуги, в общем, всю эту сложную систему. После этого в один из прекрасных дней я познакомилась со своим будущим педагогом. Он приезжал, Шалибов Валерий Хабалович, он приезжал принимать госэкзамены в колледже культуры и искусств. И вот так мой педагог на тот момент, Хавцев Умарбек Давлетович, он пригласил его. И получается, он провел со мной небольшой открытый такой урок. Я после этого занятия вот с такими горящими глазами. Забыли о свадьбах? Скажите честно. Да, я забыла через 2 месяца о свадьбах. А здесь вау. Вот, в общем, вот такой прям до мурашек. Самой музыкой, да? Да. И захотела поступить вот дальше к этому педагогу. Что, собственно, я и сделала. Мне стало интересно узнать, вот на сегодняшний день, да, мы имеем систему образования по гармошке кавказской, а, допустим, лет 50 назад этого не было. То есть это было по принципу от матери к дочери, от дочери к своей дочери, где вот я вот так вот тебе показала, а вот ты повторяешь, как ты услышала. В общем, теории не было, да? Единых правил. Да, только практика, ну, в принципе, как и рассказы из уст в уста переходят. То же самое было с музыкой. И вот когда я уже
писала дипломную работу. Помимо того, что мне нужно госэкзамен сдать на инструменте, сыграть, мне стало интересно вот написать про это, про то, как вообще гармошка, как она в принципе появилась на Кавказе, до тех пор, как она стала таким ведущим инструментом на Северном Кавказе в целом, вытеснив все другие инструменты. Это вот именно исследовательская такая мысль, которая меня увлекла на тот момент. Ну и увлекает на сей день, но пока я ее немножко отложила. А вот я прошу прощения за такой вопрос, вы, наверное, ответите, ну, понятно как, но вот если объективно порассуждать, гармошка вытеснила все остальные инструменты, да. Как считать на Кавказе? Да, и она барабаны, вытеснила. Да? Раньше же как было? Музыка, она несла немножко такой прикладной, домашний характер. Было очень много струнных инструментов. Вот если сравнить скрипку, да, и гармошку, какой инструмент будет ярче звучать? Ну, гармошка, конечно, громче и так народней, что ли. Она таким образом, она за счет того, что она, во-первых, ярче, она привлекает к себе много внимания людей, она начала вытеснять инструменты, вот где, допустим, нужно человек 5 посадить, да, один на вот таком инструменте, другой на струнно-щипковом, кто-то на трещотках, это я сейчас про национальные инструменты говорю, там, где должен был быть до этого ансамбль, ты можешь просто одного человека посадить. Да, это как на сегодняшний день нейросети, в общем, как они заменяют работу человека. И таким образом гармошка начала вытеснять все остальные инструменты и стала ведущим инструментом у многих народов на Северном Кавказе. Так, ну подождите, на барабане может же играть один человек? Барабан, он несет в себе только ритмическую функцию. Барабан так и остался. То есть барабан дополнение? Да, да, да. Ага, все. А гармошка самостоятельный инструмент? Полноценный самостоятельный инструмент. Так, все, поняла вас. Так, Белла, я знаю, что вы даже писали сложное слово, сейчас будет партитуру для оркестра. Да. С этим процессом я не знакома от слова вообще. В общем, расскажите, пожалуйста, что это значит, насколько это ответственно реально на деле вот во время концерта, да, и что в этом самое сложное? Партитуры для оркестров, для оркестра, для ансамбля. Это музыка, да? Да, это о музыке, это все о музыке. Партитура — это сама музыка, сама мелодия? Не так. Нет? Давайте как. Сейчас более такой развернутый ответ, да. При игре какого-либо произведения, вы же видели неоднократно, когда играет не один человек, не один гармонист, а играет группа людей. Группа людей, и если прислушаться, то у каждого человека есть определенная своя партия, да. У кого-то бум-бум, просто потому что это басовый инструмент, у кого-то звучит темочка, у кого-то какие-то аккорды, кто-то какие-то пассажи ведет. Вот если все это вместе собрать, это называется партитура. То есть тот случай, когда разные инструменты с разными партиями, с разными мелодиями играют одно. В целом, да, составляют одно большое произведение. Вот именно практиковать я начала плотно с камерным оркестром. Это вот такой насыщенный, очень насыщенный год работы, где я для себя, во-первых, и новые возможности открыла, и выросла как морально, если так можно сказать. В общем, личностный рост у вас там однозначно был. Да, большой. Что способствовало, в чем заключался личностный рост? Ну, во-первых, объемы работы, они иной раз были такие большие, такие маленькие сроки. Так тактично пытайтесь выразиться. Или же когда это, ну это больше я познакомилась с собой, когда вот это правило есть, когда не вспомню это правило, но бывало такое, что мне там 1-2 произведения нужно написать, и времени как бы достаточно. И я большую часть времени что делала? Правильно, прокрастинировала. Или же наоборот. Когда большой объем работы, времени всего месяц,
я не знаю, я больше никогда так не вкладывалась в работу, как в вот этот месяц-полтора. Ну, это... В общем, вы узнали, насколько вы дисциплинированный человек, насколько вы, наверное, ответственный, сколько вы можете, да, вынести и так далее. Больше даже не про дисциплину и ответственность, сколько про свои возможности, насколько меня хватит. И просто я поняла, это был вот последнее, что я делала, это подготовку камерного оркестра к концерту, посвященному 5 субъектообразующим народам нашей республики. И на написание этих партитур я практически закончилась. Вот я нашла свой рубеж, где такая, так, дальше это уже либо ты болеешь, либо ты немножечко идешь в реабилитационный центр приходить в себя, потому что объем был большой, сроки сжаты, но вроде получилось, вроде получилось. В общем, было тяжеловато, да, в такие короткие сроки такой большой объем работы выполнять. Да. Но физическая усталость, она всем присуща, все мы люди, как говорится. Народные произведения, народные мелодии и песни, они практически не имеют носителя бумажного. Очень много произведений, это вот только сейчас потихонечку начинаются какие-то, появляются сборники там для гармошки. И там те же самые известные нам Лапариса, я не знаю, Эльбрус Красавец, которые ну, какое-то время назад не были написаны. Не было нотного архива какого-либо. И очень много произведений, в принципе, всех, ну, 5 не буду говорить, у русских достаточно большой и богатый фонд, вот, нотный фонд в произведении вот, русских народных песен. А вот 4 народа, которые здесь, это карачаевцы, черкесы, абазины и ногайцы, очень мало вообще произведений перенесены на бумагу. Бумажный носитель, да? Да. Белла, я также знаю, что вы выступали осенью 22 года с оркестром национальных инструментов в Кремле. Расскажите, пожалуйста, в двух словах, каково вообще выступать на такой большой сцене? Безумно волнительно. Знакомство с национальным оркестром, оно прошло очень стремительно, быстро, неожиданно, как вот такой водоворот событий, когда волна почти дошла до берега, вот если попасть в волну, она вот это, я могу описать только таким эмоциональным состоянием, даже словами не могу описать. И буквально вчера я начала работать с этими прекрасными людьми, а уже сегодня Кремль? Я в Москве ни разу не была. Я в Москве ни разу не была, а тут сразу в Кремль. Здравствуйте. Вам надо было, во-первых, морально, да, сначала к этому подготовиться. Вот вчера, как бы, я у себя в Черкеске, да, мы там где-то в Хабецком районе репетируем. А сегодня красный вот этот кирпич, Кремлевский дворец, там же еще и пропуска, и, ну, очень, очень серьезная подготовка. Ответственность по всем критериям, да? По полной программе. И все было четко понятно, где, что, когда, куда, зачем и почему. Вот все было от начала до конца. Что не совсем привычно. Да, не совсем привычно. Да, это правда. Посмотрим правде в глаза. И это оставило такой неизгладимый след в моей памяти. В первую очередь потому, что я, ну вот как я сказала, я первый раз была в Москве вообще. Я вот дальше Краснодара, Ростова. Вам запомнится, да? Первый раз сразу такой. Да, и сразу Кремль. Почему бы нет, да? Замечательно. Так, а насколько вы вообще довольны своей работой? Как вы оцениваете ваше выступление? В Кремле? Да. На все, я не знаю, какой-то критерий есть, потолок. Если это 100 баллов, то 100 баллов. Если это 10 баллов, то 10 баллов. Потому что я осталась под впечатлением, под большим впечатлением. Это очень интересный опыт. И если я, вот как бы сейчас это ни звучало, если я в таком возрасте побывала в Кремле, то вау. Что будет дальше? Действительно, вау. Я хотела сказать, что будет во второй раз, в третий раз. Да, что будет дальше, вообще к чему меня готовит жизнь? Вот этим вопросом я на сегодняшний день задаюсь.
Но я очень надеюсь и желаю вам, чтобы жизнь вас готовила только к прекрасному, к самому лучшему и к большим достижениям. Вот, Белла, ну давайте с вами перейдем к нашей рубрике. Она называется «Блиц-опрос». Что это значит? Да-да-да. Я задаю вам вопросы быстро, кратко, вы также на них отвечаете, но есть один нюанс. Я беру в руки телефон и засекаю время. В общем, у нас 10 вопросов и примерно минута времени. Вот, вам надо уложиться. Готовы? По 10 секунд, не подождите, по 6 секунд на... Хорошо, ладно, поехали. Итак, поехали. Назовите 3 своих положительных качества. Положительные, я не знаю. Я человек прямоходящий. Ладно, идемте дальше. Я не знаю. Давай, положительные. Очень надо. Я не могу в отношении себя в таком ключе разговаривать. Только если какой-то человек говорит свое мнение. Правда, не могу. Так, поэтому... Хорошо, 3 считайте, негативных. Лень, прокрастинация, лень. Белла, вы 3 негативных качества назвали так быстро, 3 положительных отказались назвать. Итак, самое большое достижение в вашей жизни? Мое саморазвитие. Если бы завтра утром вы могли бы получить любую суперспособность, любую суперсилу, что это было бы? Я всю жизнь мечтала летать. Сейчас. Пусть останется летать. Летать, договорились. Есть ли что-то, чем вы давно мечтаете заняться, но пока так это и не сделали? И что это? Да, там очень много, не знаю. Сказать, что прям мечтаю, нет, цель есть. Цели есть, цели несколько. Рано или поздно я за них возьмусь. Давайте, какие? Одна, две. Написать диссертацию. Написать произведение. Я очень надеюсь, что в ближайшее время я это успею сделать. И, ну, вот это такие основные на ближайшее время. Я слишком далеко не заглядываю. Все, хорошо. Ваше самое дорогое воспоминание? Они связаны с семьей, поэтому пусть моим воспоминанием это моя семья. Все, поняла вас. Над чем, над какой темой вы точно не будете шутить? О, да я не знаю, таких тем много. Это... пусть будет вера. Вера. Так, хорошо. Следующие 2 вопроса могут вас смутить, не смущайтесь. Хорошо. От чего вы откажетесь ради любви? От одной работы. Так, хорошо. Самый дорогой подарок от мужчины, по вашему мнению? Внимание. Внимание. И последний вопрос, самый, конечно же, главный. Хычин или шашлык? Шашлык. Все, мясо любите. Да. Так, итого у нас 2 минуты 23 секунды. Ну, я постаралась. Отличный результат. Тем более вы наша первая гостья, которая... вот, с помощью секундомера отвечает на наш блиц-опрос. В общем, было огромное вам спасибо, что вы к нам пришли. Надеюсь, вы тоже, как и я, приятно провели время. Ну и надеюсь, увидимся с вами не в последний раз. Очень приятно было находиться у вас в студии. Спасибо. Вы, дорогие телезрители, не переключайтесь, потому что совсем скоро наша сегодняшняя гостья проведет для нас с вами мастер-класс, в котором расскажет о приемах игры на кавказской гармонике. Ну а сейчас, дорогие телезрители, мы с вами познакомимся с несколькими приемами игры на гармонике. Причем будем использовать мех. Итак, первый прием игры. Мы используем дуольный способ игры на инструменте. То есть мы его открываем и закрываем, делая акцент на каждое открывание инструмента. Сейчас продемонстрирую вам триольный способ игры на инструменте, где акцент мы делаем на каждый третий вод меха. Получается следующим образом. Раз, два, три. Раз, два, три. И мы таким образом выделяем определенные доли.
известная «Ла Париса». Она звучит очень интересно. Звук мы играем в тот момент, когда мы его открываем, закрываем, потом в центре звучит пауза, закрываем, открываем. Продемонстрирую. Основные приемы, с которыми мы с вами сегодня познакомились. Ну а если вам будет интересно, вы всегда можете прийти в Колледж культуры и искусств и научиться большему. Всем всего доброго! А теперь к предстоящим событиям. По 23 апреля в картинной галерее города Черкесска пройдет интерактивная выставка «Ожившие сказки». Экспозиция состоит из 23 фигур персонажей советских и зарубежных мультфильмов, таких как Винни-Пух, Золушка, Репка, Волшебная лампа Аладдина и другие. Особенно интересна выставка будет младшему поколению. А до 5 апреля в Национальной библиотеке имени Байрамуковой совершенно бесплатно будет проходить литературно-музыкальный вечер «Поэт на все времена» Расул Гамзатов. Мероприятие приурочено к столетнему юбилею поэта, так что все поклонники его творчества могут стать частью этого вечера. Это была программа «Культурный экспресс». Надеюсь, вам было интересно. Всего доброго и увидимся ровно через неделю.